субботу во Дворце спорта «Юность» при поддержке городского отдела по делам семьи, молодежи и спорта прошел открытый турнир по дзюдо. Участниками соревнований стали 150 спортсменов из Черноморска, Молодежного и Одессы. Юноши и девушки соревновались в 5 возрастных группах. Прошли новогодние праздники, мы решили открыть новый сезон наших соревнований. Проводим соревнования деток 2006 года и младше. Турнир наш называется «Юный дзюдоист». За подготовку турнира мы хотели бы сказать огромное спасибо отделу по семье, молодежи и спорта города Черноморска. За спонсорскую и постоянную помощь в проведении наших соревнований хотим поблагодарить председателя судоремонтного завода Дудникова Михаила Юрьевича и директора утреннего рынка Сорокина Владимира. Спортсмены признаются, что занять призовое место было нелегко. Полученные награды – это результат долгих, упорных тренировок. У меня было 4 боевого, и я всех выиграл. Я занял первое место под дзюдо. Я сегодня провел 5 боев. Соревнования были несложными, кроме 2 человек. По итогам соревнований победителями в своих весовых категориях стали Артур Нагребельный, Роман Иванов, Максим Кривохижин, Денис Прожуган и Владимир Барбанягра. Совсем скоро, 4 февраля, воспитанники Федерации дзюдо города Черноморска будут выступать на чемпионате области, который пройдет в Одессе.